Пятеро молодых пропали возле Рейнджли, Пенсильвания, откликнувшись на случайный сайт. Сайт искал добровольцев для поиска улик о пропавшем ребенке. Только что выпущено новое видео с места преступления. Если кто-то найдет этот сейф... Волонтеры Уильям Эдвардс, Эллисон Робертс, Джаред Стивенс, Кэт Роуз и Карли Кармайкл пропали больше месяца назад. О их судьбе мало что известно. Из Рейнджли, Пенсильвания, репортаж вела Кимберли Кравиц.